Почти 3 месяца назад Нюша стала мамой в первый раз. Она подарила своему любимому мужу Игорю Сивову чудесную дочку. Счастливое событие произошло в Майами, куда звезда уехала еще в августе прошлого года. Все эти месяцы она наслаждалась морем и солнцем, потом с головой окунулась в материнство, но и про работу не забывала, писала песни, приводила в порядок фигуру после беременности. И вот теперь пришло время приступить к работе. Нюша вернулась в Москву с мужем, мамой и дочкой. Первым делом певица отправилась на студию, где сразу же записала новый хит, который совсем скоро смогут услышать все ее поклонники. Потом заглянула в свой магазин одежды, чтобы подготовиться к нескольким назначенным съемкам. Все, кто уже успел увидеть Нюшу после возвращения, уверяют, что выглядит она просто замечательно. Несмотря на то, что она еще не успела сбросить все лишние килограммы, набранные во время беременности, певица и впрямь буквально лучится красотой. А лишние килограммы скоро уйдут и сами. Нюша рассказала, что после родов она полностью перестроила свою систему питания. Причем, сделала певица это не по совету модного диетолога, а следуя своим внутренним ощущениям. После рождения малышей мой рацион питания сильно поменялся. Организм будто сам подсказывает, чего он хочет. Очень полюбил овощи, стала есть, как печеные, так и очень много свежих. А еще стала добавлять немного молочной продукции. Например, балуй себя йогуртом, раскрыла свой секрет Нюша.